А перед началом просмотра данного видеоролика советую подписаться на мой канал. Здесь вы найдете гигабайты годного контента, начиная от выживания в постапокалиптических мирах и заканчивая диким трэшем в мире GTA. Ссылка в описании. И всем привет, друзья, с вами Вест и... И Гид. И сегодня мы хотим поискать машину в Пайнкресте. Думаю, мы там что-то найдем. Ну, я тоже думаю, потому что... Как-никак, это ж город. Ну и, конечно, если ее не угнали. Было бы вообще идеально найти бы сейчас где-то в лесочке, знаешь, спрятанную машину. По-быстренькому ее собрать и угнать. Кстати, водонапорная эта башня, то есть мы походу недалеко от этого, от аэропорта. Там, да, там недалеко до аэропорта. В принципе, если мы не найдем машину, у нас есть спрятанный в кустах велосипед, и мы можем поехать в аэро. Кстати, на аэро спаунится этот грузовик здоровый. Да. Ну, мне не нравится грузовик этот, он медленный. Так, мы в Пайнкресте. Так, давай аккуратненько здесь. Начинаем сразу потихоньку лутаться. Да, давай по домам будем ходить. Ты сразу в этот побежал, там где написано, типа, у меня есть оружие. Ну и просто так же не будет писать? Ну, не знаю, может, там уже все вынесли. Может быть, может быть. Ну, не знаю, на самом деле мне очень нравится, как работают эти дома, вот эти фотографии, не нарисованные реально. А, типа разрабов? Да-да-да, надписи, не заходите в этот дом, заходите прочь и тому подобное. Ну, это атмосферно очень. Ну да. Мне нравится именно эта атмосфера. Я любил Rust Legacy за эту, за такую атмосферу. DayZ. Ну, не стендалон мод, стендалон мне очень понравился. Да он сырой. Я не знаю. Он уже идет, он уже очень долго его разрабатывает, и все. Он багованный. Я вот недавно играл, я за 40 минут не нашел ни одной банки с едой. Да даже яблоки, дерево с яблоками не нашел. То есть я тупо за 40 минут я бегал и сдох от того, что у меня перс захотел, ну, типа, умер от голода. Ну. Смотри, машина тут крафтится чуть... Ой, крафтится, спаунится чуть дальше, в принципе. Мы сейчас находимся... Нам нужно, получается, пройти... Так, раз перекресток, два перекрестка. Так, есть охотничьи эти ботинки. Хотел сказать, штаны. Так. Так, зомби. О, отлично, маленький топорик. Попробую завалить зомби. Может быть что-нибудь интересное. Кстати, да-да-да, что там? Все, я пытаюсь убить зомби. Смотришь, он тебя не убил. Они там так бывают по 50% дамажа. Я нашел рацию зомби, окей? Кстати, если найдем, ну, вторую, то можно будет общаться по ней. Только я еще не знаю как. Но можно будет разобраться, там как-то на определенную частоту можно настроиться. Самое клевое, по рации можно смотреть на игровое время. Да, я видел эту фишку. Сейчас посмотрим. Так, странно. Час пополудню. Час пополудню, час в игре. Так, а ты где? В каком из домов? Вон, я позади тебя. Развернись. А, видишь? Я понял. Да-да-да. Я ты сейчас... Ты был в этом доме? М? Ты был в этом доме? Нет. И есть еще один бронежилет, только песочного цвета. Может, поменяешь? Да, сейчас я подойду. Ну, я забрал, я тебе скину сейчас. У меня место, да, в принципе, есть. Я нашел такую маску. Газовую вот эту? Не газовую, знаешь, как в этих врачей. А, респиратор. Больничная маска, да. Ну, не респиратор, просто маска. Ну, я понял, да-да-да. Два бандажа. Так, ну в принципе Пайнкрест мне уже нравится. Я нашел куртку или что это? А, это тоже жилет. Какого цвета? Только красного. А, ты на втором этаже? Нет, на третьем. Так, ну у меня есть песочного, скидываю тогда здесь. Сейчас. Так. А, я не могу. Вот, держи. Сейчас, погоди. А, он такого же, по-моему, цвета. Да, да, да. Да,
Я лучше возьму красный. Больше красный импонирует. Охренеть тут жилетов. Так, ладно. Стильно, модно, молодежи. Ну да. Блин, сейчас бы найти кого-нибудь. Я хочу кого-нибудь пристрелить, серьезно. Я уже давно кого-то здесь не убивал. В принципе, сейчас нужно будет зайти в пожарку. Тут пожарка есть? Да. Ну, пожарная станция. Да, я понял, да. Ни хрена себе. Тут рядышком, по-моему. Вон там напротив этой площади небольшой кирпичный красный дом, там бывает исполняется оружие. А пожарка вон она, получается правее. Вон там. Ага. Но тут нужно быть аккуратным. Тут часто ребята бывают. Ходят. Да я знаю, я когда здесь проезжал на машине, по-моему, чувак сидел в этом. В кустах, вот. Короче, начал по нам стрелять. Мы просто Кстати, рюкзак есть, иди сюда. Так. Вот здесь вот, за дверью сразу. О. И, короче, начал по нам стрелять, мы просто развернулись, уехали, он, наверное, всадил обоймы две в нас. В итоге даже не зацепил. Вообще, можно крафтить молотовы, сидеть в кустах и ждать, когда кто-нибудь поедет. И просто брать и закидывать. Да, но это, знаешь, что это тоже сидеть, это сколько... Не факт, что еще проедут именно там. Ну, в зависимости от сервера. Ой. Я аж спугался. Так, иди сюда. О, хорошо. Что там у него есть? А, гнилое яблоко. Блин, а откуда он так подошел незаметно? Я аж испугался, если честно. Опа. Шо я там? Не пойму, это парень там? Или зомби? По-моему, видишь? парень, по-моему. Или зомби. Нет, я по-моему. Парень. Это парень, да. Тихо. Там зомби рядом. Подожди, не убивай его. Есть веревка. Hello? Кепка, привет, кепка. Буквально час назад купил. О, хорош. Ну как тебе игра? Чё, как вообще, игрушка интересная? Ну да, если толпой бегать. Понятно. Так, может сейчас я зомби убью? Подойди ко мне. Кепка, подойди сюда. Держи. Ты что, ему оружие отдаешь? Не. На чё, подойди? На F. Ага, понял, спасибо. А инвентарь как открывать? На G. Ясно, спасибо. Почему на меня? Он очень рано бежал сначала. Оп. Что там? Есть что-то? Интересно. Я не смотрел. Не, ничего нету. Блин, вот он меня задамажил. Я не могу... Сколько у меня там... А, у меня этот хил идет, это хорошо. Сейчас туда съем. Давай тогда... Да, погнали тогда в пожарку, если что еще. Главное, чтобы он нас теперь потом не залутал... Сейчас он не залутал и не убил бы. Да я не думаю, что он нас один сможет убить. Ну, одного сможет, это точно. Это вот это типа пожарка или что? Да, это пожарная станция. Только ну, что... Бывает, попадается что-нибудь. Я могу тебя, кстати, перевязать. Это ручечение случайно, нет? Нет. Я подхожу тебе, мне пишет бандаж. А, ну оно бывает такое, да. Это бах. Так. Лепси. Блин, заходишь в туалет, и тут раковина вся в крови. Атмосферно, да, так именно? Да. Так. Вот, шкафчики. Опа, шлем, мотоциклет. А нет, оказалось, это... Я подумал, что это шлем, а это... Как он?
фляга. Ну, фляжки у нас есть, поэтому... Я слышу еще одного зомби. Да, кстати, где-то здесь рядом. Я тоже не пойму, бегаю. Ну, это не зомби, это мутанты, как бы. Ну, как бы да. Я по нему попасть не могу. На. С двух ударов ложишь? С трех. А людей ложат с двух. Как надо перевязаться? Так, я не пойму, это магазинчик, да, как стоит? Здоровый. Да. Какой? Ну, вот в который я бегу, вот этот, Capital Munch. Мы там были. А, были, да? Да-да-да. А, да, тут же зомбака уж убили, точно. А он дальше есть магазин. Можно, в принципе, запастись едой и водой, и тогда, я не знаю. Там тоже еда. Кстати, а он есть на крыше, палатка стоит чья-то, может там лут есть? Так, я нашел ремень. Для машины я возьму на всякий случай с собой, мало ли. Ну да, бери. У меня, по-моему, был аккумулятор. У меня аккумулятор, ремень. В принципе, нам нужно будет найти только свечи. И мы, в принципе, сможем машину починить. Ну, машина может заспауниться уже прям со свечами, поэтому... Ну, может так. Обычно спаунится без всего. Так, если здесь еще один аккумулятор, масло... Масло возьми, на всякий случай. Да, сейчас тогда. Аккумулятор у меня уже был. Ух ты, я прикольно так проехался только что. Опа, люди. Где? Где? Вон они. Парни, привет. Ты где? Короче, моста. Они убежали. Они залутанные были? Нет. Но я не увидел их оружие. Ты где? Я вот в том... Я в магазине. Так, я сейчас подбегу туда. Давай, беги к магазину. Я видел двух парней. Блин, вот знать бы, есть у них оружие или нет. Так. Я не знаю, предлагаю пустить их в расход. Ну, а они в город или вообще убежали отсюда? Они тут ходят. Они меня увидели и убежали. Давай тогда сейчас залутаемся в магазине. Ну, так ему побегаю. Они, здесь... кстати, там, где... Они крутятся там, где может быть машина. Ты где? Да я в магазине тут, в туалете. Вот он я. Это слышу. Так. Суп. Бери. Опа, шлем. Да это мотоциклетный, зачем он? Не знаю. Так, я сразу все буду съедать, чтоб ХП, если что, восстанавливалось. Так, ну что, погнали тогда? Попробуем тех пацанов лопнуть, если есть, да, у них попробуем. Что-то. Они будут вон там делать эти дома. Они меня увидели, убежали. Ну, надо быть осторожным, это было двое. Но вроде бы оружия у них не было. Ну знаешь, пока что не было, а потом оп и все. Сейчас найдут и начнут стрелять. Вон они, вон впереди. Вижу. Hello? Ты что, по нему стреляешь? Да. Окей, я понял. Вот, еще один убежал, еще один убежал аж вдалеке вон. Я видел. Они в дом забежали. В какой? В этот белый, двухэтажный? Да. Я у входа сейчас. Но он может быть в кустах. Аккуратно, у него топор был, кстати, здоровый. Так, а это ты? Да, это я. Так, пистолет. Давай, я аккуратно. Я на втором. Я сзади. Чисто. Так, проходи. Где он? Блин, вот он прям передо мной пробежал. А ты первый этаж посмотрел? Да. Там зомби рядом. Вон он ходит. Он может тут в кустах сидеть, кстати. Просто его не может быть, его и не видно. Они прям тут были, куда они могли убежать? Ну, одного я видел, один вдалеке там выбегал из города. Я попал по тому парню, он тут бежал, получается. Он бежал где-то за
Да, он за забором бежал. А одного я видел вот там вот, куда я сейчас смотрю, там где заправка, видишь? А вот их тут прям двое было. Так что попробуем их поискать. Давай, охота на кролика. Самое главное не стать жертвой. Ты где? Я возле дороги. С дороги? Ну я, короче, спустился обратно к этим домам. Вот белый тот дом. Да, я вижу, да, я вижу тебя. Ты просто рано начал стрелять по нему, надо было чуть поближе подбежать. Так, они... Да, я на заправку сбегаю, посмотрю, может они там. Ты что, один чувак был там. Я в красном доме пока. Угу. О, кстати, султан прямо по дороге. Чувак. Что? О, блядь, он к тебе бежит. Он где-то здесь спустился. Блядь, у него, по-моему, топор был. Сука. Так. Опять растительность, я ни хрена не вижу. Я потише. Потише сейчас, я слушаю. Окей. Ён предвиден был. Короче, он с дороги побежал в сторону домов. Я не знаю, я его потерял. Он весь в зеленом. Зеленая шапка, короче, с фонариком в руках. Кажется, так. Я выбежал из красного дома. Думаю, что я его не вижу. Опа, это ты? Да, я стреляю. Попал по нему. Где? На дорогу выбегает. Я на дороге сейчас. Меня не убей. Он в кустах, он голый. Он в кустах залез. В кусты залез. Через дорогу я подхожу. Вон, я вижу тебя. Это я. Ага, я понял. Он вот, блядь, да перепрыг. Он. Сюда один чувак перебежал. Вот, один здесь в кустах. Боже, я не могу прыгнуть, я потому что истощен. Отлично. А вот он в этих кустах где-то. Божечки. Ты их не найдешь, они по кустам прячутся. Я такой понял, бегу, смотрю, короче. Этот, локти торчат, понял? Такой думаю, блин, что-то не похоже, чтобы из кустов что-то торчало. Такой подбегаю ближе, смотрю, чувак сидит такой. Блин, куда? Что это за бред? Так, это ты прыгаешь. Да, это я стою. Сейчас вот. Мы запускаем машину смерти. Вот он где-то в этих кустах. Я, короче, буду смотреть с другой стороны. Попал по нему? Вроде нет. Я не пойму. Он уже убежал отсюда. Я уверен в этом. Один через дорогу перебежал. Так, это ты, да? Да. В маске. Ну, убежал. Охренеть, они, сука, по кустам, блядь, прячутся. Так, ладно. Ну, думаю, заправку уже залутали, да? Ну, не знаю. Кстати, может, есть смысл ее осмотреть, потому что второй парень бежал куда? Давай осмотрим ее. Зомби. Кстати, без одежды. Что это у нас здесь? Я еще назад буду посматривать. Карту нашел. Отлично, бери. Так, есть фляжка. Так, ну и что там? Бандажик. Нет, чувак решил сюда не бежать. Я знаю, как я серию назову. Охота на кроликов. Так реально, они по этим, по кустам прячутся, их хренной увидишь там. Они еще в зеленом все, самое главное. Да. Я же говорю, я только заметил из-за того, что чувак, походу, ты по нему попал тогда.
он порвал свою футболку на тряпке, чтобы перебинтоваться. Я смотрю, такой, короче, локти торчат из этого. Из кустов. Так я опять на дорогу вышел. Угу. Да, я вижу тебя. Ты уже облутал эту заправку? Да. Ну там ничего не было, они, видимо, ее залутали. Это, там буквально один бандаж нашел. Так, ну ладно. В общем, тогда двинемся в Султан, да? Султан. В принципе, мы можем пойти сейчас в Аэро. У нас еда есть? Есть. Там мы можем, в принципе, нормально залутаться. Ну, в принципе, можно. Пойдем туда? Давай. Потому что, кажется, бессмысленно этих кроликов искать. Ну да, потому что ты правда сказал, они все в зеленом, по кустам ныкаются, хрен найдешь их. А патроны как-то тратить, просто так прошивать кусты не хочется, потому что их и так мало. А тут еще такое. Ну да, такое. Надо бы сейчас только сориентироваться по карте. Welcome to Pinecrest. У тебя ж крест. Ой, Pinecrest. У тебя ж карта есть, ты ж нашел. А я по этой же смотрю, блин. Я забыл про нее. Как ее активировать? Её надо в слот поставить, да? Ставишь, короче, да, на второй или третий слот. И смотришь, короче, головой крутишь и смотришь, где. У меня не показывается никакой отметки тут. Ну да, только... там отметка не показывается, где ты находишься. Так, ладно. Сейчас попробуем разобраться. Я потому что не знаю, я не могу сейчас понять, где, в какой части именно города мы находимся. Давай будем отпираться. Вон, водонапорная вышка. Так, водонапорка. Да, то есть нам надо направо. То есть все правильно, мы бежим. Вот как раз побежим сейчас вот так вот, и мы выбежим как раз на аэропорт. Так. Я сзади тебя. Вот, да. Я тебя не вижу. Ну, блин, направо посмотри. А, все. Вот, и мы как раз выбежим, получается, на аэро. А, кстати, вон еще одна водонапорка. Там, кстати, рядом с одной из водонапорок тоже было местечко, где появляются машины, но они там редко появляются. Так, ну ладно, уже тогда сейчас будем бежать. И я думаю, мы выбежим. Я думаю, это та водонапорка. Потому что очень знакомое место такое. Так, вот дорога. Так, да. У меня показывает температура 38 градусов. У меня тоже, кстати. Я не пойму, он ее то ли не сбрасывает, то ли она постоянно у него этот. Я один раз добегался до 41 градуса. Я не знаю, как он при такой температуре мог бегать. Я вообще даже, наверное, с кровати бы не встал. Я вообще не могу понять, где мы сейчас находимся. Да ладно, сейчас куда-нибудь выбежим. Я думаю, нормально все будет. Так, он дома. Кто там? Он дом есть. Предлагаю сгонять туда. Ты уверен? Ну, как раз посмотрим, может там указатели есть. Давай. Так. Сейчас бы сориентироваться. Хотя бы куда бежать. Так, ну вот есть дорога, а указателей никаких нету. Сейчас что-нибудь придумаем. Тут, в принципе, два варианта, где мы можем сейчас быть. И какие из них? Ну, это точно не аэро. Так, я уже понял. Да, я в дом пошел. Давай тебя пока ждем, чуть-чуть дальше отбегу. Давай тогда сейчас. Я быстренько залутаюсь.
Так. Заправка. Ты по карте смотришь, где мы находимся? Я пытаюсь разобраться. Вот я вижу заправку. Вон тот был поворот. Но мы побежали куда-то в лес. А мы случайно не в Султан выбежали? Не знаю, не знаю. Блин, будет весело, если мы убежали на Аэро, выбежали в Султан. Так, я у дома. Да, я сейчас в гараж быстренько пролутаю тогда. Очки, в принципе, больше ничего нету. Так, ладно. Я думаю, наверное, сейчас я закончу серию. Тогда. Просто уже очень долго бегаем. Так что, ребятки, спасибо, что посмотрели данное видео. С вами был Вест и... Игин. Да, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно комментируйте. Всем до новых встреч. Пока-пока.